удивительный ангар. Этот ангар кажется ничем не примечательным, но внутри него находится то, что поражает воображение. В мире есть много удивительных вещей, например, то, что в самом сердце Германии появились настоящие тропические острова. Пальмы, песок, прозрачная вода, экзотические птицы. Вы даже не представляете, где спряталась вся эта красота. Райский уголок находится в самом обычном ангаре. Единственная выдающаяся особенность этого здания – его размеры. Ведь раньше это был эллинг для дирижаблей. Наверное, строение осталось бы заброшенным, если бы оно не приглянулось малазийскому концерну Танчжонг. Деньги азиатских спонсоров превратили бывший ангар в потрясающий парк отдыха с собственным, независимым от внешних условий климатом. Все бассейны выполнены в стиле природных водоемов, а вокруг них посажена тропическая растительность. В джунглях даже обитают экзотические птицы. Тропические насекомые здесь, конечно, не бегают на воле. Они обитают в террариумах. В тропических островах могут отдыхать до 6000 человек одновременно. Ночью вода бассейнов подсвечивается, что создает уникальную атмосферу. К услугам посетителей здесь есть бары, кафе, детские игровые площадки, палаточный городок и отель. Кто бы мог подумать, что старый ангар можно использовать для создания такого райского места. Если эта уникальная тропическая лагуна тоже произвела на вас впечатление, поделитесь этим видео с друзьями. На этом у нас все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Увидимся!